Привет, девчонки, меня зовут Инна, в руках у меня красивая коробка, в этой коробке твердый гель-лак кремовой консистенции, в виде палетки, буду называть ее так. Такую новинку я видела на просторах интернета, но она как-то меня не заинтересовала, сама я купить не решилась. Здесь мне предложили попробовать, я с удовольствием согласилась. Инструкция по применению. Вот такие палетки есть еще, помимо этой. Кисть-язычок, кисть-трансформер, кисть мягкая. Забегая наперед, скажу, что она мне понравилась, я ее уже попробовала. Поработала на руках. В этой палетке 9 оттенков, все они термо, это для меня было неожиданностью. 6 из них с блестками разными. С трудом я сняла эту пленку. 4 оттенка я уже попробовала на руках Олеси. Завтра будет видео с маникюром, с использованием этих твердых гель-лаков. В правом верхнем углу вставляю фотографию, так как я уже 4 цвета уже попробовала на руках. На руках наносила в 2 слоя. Так что, кому интересно, завтра заглядывайте на канал, видео с маникюром посмотреть. Нанесу на типсы с вами в 2 слоя. После первого слоя покажу, как они меняют оттенки в холодной и горячей воде. Сначала нанесла в один слой, но одного слоя недостаточно. Решила, надо нанести во второй слой, но и второй слой не добавил пигментации. И наносить у меня без проплешин нанести у меня не получилось, хотя я старалась на кисть не давить. Вот эти 4 цвета я использовала. С левой стороны у меня стакан с холодной водой, а с правой стороны с теплой водой.
быстро реагирует на температуру. Я сначала нанесла на руки Олеси и начала использовать, а уже потом стала выкрашивать на гипсы, поэтому вот при нанесении на руках это было для меня неожиданностью, что гель-лаки оказались термо. Ну, в общем, об этом обо всем завтра. Во второй слой нанесу без комментариев под музыку, кому интересно, посмотрите. В конце еще раз покажу, как они меняют цвета в холодной и теплой воде. Ну и вот они все в два слоя на типсах. И все-таки мне привычнее использовать в работе гель-лак из флакона жидкой консистенции. Ну или это просто дело привычки. Здесь у меня слева также холодная вода, справа теплая вода. Ссылки на сайт и набор оставлю в описании под видео. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока! Thank you.